команда Жанны Гугушвили по акробатическому рок-н-роллу, которая была сформирована для участия в всероссийском чемпионате, отправилась в город Казань на Кубок России. Номер, который отправился на конкурс, называется «Мы и наши горы». Рок-н-ролл Фокина жив. Развивается он под руководством талантливого и трудолюбивого руководителя Жанны Гугушвили. В 2017 году ариэльки занялись акробатическим рок-н-роллом. Команда набрала сил и уверенности и вступила в ряды Большую федерацию спорта и акробатического рок-н-ролла России. Пройдя аккредитацию в России, все спортсмены были зарегистрированы в реестре. И, к слову сказать, в будущем этот вид спорта планируют вести в летние Олимпийские игры. Так что шансы у наших спортсменов и стимул огромный. Команда наших спортсменок не так давно стала чемпионом Приморского края в чемпионате первенстве Приморского края, проходившем 20 октября 2019 года. И как лучшую команду Приморского края девушек отправили сейчас в город Казань на Кубок России и всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Это редкая удача и, конечно же, большая заслуга руководителя. 11 декабря команда уже улетела и скоро начнет борьбу за кубок. С нетерпением ждем возвращения фокинских спортсменок с победой и с хорошими результатами.